Анастасия, продолжим мы эту тему обсуждать с нашим следующим экспертом. На связи с нами из удаленной студии «Кубань-24» в Сочи руководитель языкового центра G8 гимназии номер 8 Андрей Пономаренко. Андрей, мы вас приветствуем. Я знаю, что сразу после Олимпиады в Сочи был зафиксирован всплеск популярности китайского языка. Как сейчас дела обстоят? Я бы вернулся, наверное, на 10 лет вперед. Нет, назад. Я был полный скептик, так? Китайский я считал невозможным в Сочи. И сейчас я полностью посрамлен. После Олимпиады спрос на курсы китайского языка не только не упал, но и увеличился. И сейчас продолжается, да, эта тенденция? Все больше и больше хотят его изучать. Следующий этап, который очень сильно помог нам в изучении китайского языка, это введение в образовательные стандарты средней школы. В гимназии 8 китайский язык преподается наравне с английским, как второй иностранный язык. На данный момент 200 учащихся 5, 6, 7, 10 и 11 классов изучают китайский как второй иностранный язык. И это очень сильно подогревает интерес. Андрей, по вашему опыту, сколько нужно времени для того, чтобы с самых азов, ну, как-то маломальски освоить язык? Китайский язык, ну, не знаю, может быть, сравнить с китайской стеной. Разные уровни требуют разной компетенции. Я думаю, что для взрослого, который готов предоставить какие-то услуги на рынке, связанные с китайским языком, по-хорошему нужно год-полтора. Я вас поняла. Спасибо. Андрей Пономаренко был с нами на связи из удаленной студии «Кубань-24» в Сочи.